Вера, завтра в аквапарк. Наконец-то, ура! Блин, а если я на горке застряну? А у меня нет нового купальника. А что если там что-то увидит? А что если... Лера, ну ты целый день в телефоне. Ну это же мой телефон. Лера, поменяй Дани памперс. Фу, только не памперс. Лера, таракан, смотри. Где? Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того будет самое крутое лето. Считаю, 3, 2, 1, мур, люблю тебя. Всем привет, с вами Лера, и со мной все, как обычно, Балби. Привет! И сегодня посмотрим, насколько хорошо вы знаете головоломку 2. Это любимая одежда персонажей. Это получается хоккейная форма у Райли была. Да. У радости просто платье, у гнева. Футболка и трусы. Ого. И потом... Пижама! Пижамка, Стича! А почему не свитер? Интересно. Брезгливость у нее как мода. Модель. Видите, какие банты. Вообще. Ребята, напишите в комментариях, каких вы знаете персонажей головоломки 2. Всех напишите. Кто напишет, угощу чипсиками. Потом у... Фиджет. У тревожности любит свитер и фиджет. У Хандрена любит просто... Черные штаны мрачные. И... Как и Мелон. Серьезно. И потом стыд у нас любит... Памперсы. Вау. И худи. Вау. И худи. Во. Короче, я не знаю, почему так, но пускай так будет. Его любимая одежда, его сумочка, а у сумочки любимая одежда сумочка. Точно, сумочка в сумочке. А у главного страха? У главного страха... Секрета. Мы не знаем. Кстати, да, мы не знаем, что за главный секрет. У него полицейская форма, у Лэнса... Лэнс. Ого, вы видели, какой у него костюм офигенный? У Вэл ее форма. Хоккейная форма. И у этих двух ее девочек. Джинсы и футболка. Get Up and Glow. Это популярная их была группа. И мама с папой любят одеваться, по-моему. Ну, папа... Ностальгия любит свитер. С радугой. Да, чтобы повспоминать. Их тренер любит... Спортивный костюм. Слушаем. Головной отдел. Это радость? Мне кажется, да, радость. Лера, тут нужно слушать. Да. А мы не слушаем. А кто еще женским голосом обладает? Ну, только радость. Ура! Радость! Мы дали. Давай слушать. Ну, добро пожаловать в головной отдел. Злость? Злость, потому что он воспламенился и взорвался. Может быть, да, это гнев. Угу. Потому что никто не взрывается и не делает так... Кроме него. Ура! Дали! Молодцы! Лера, мы с тобой крутые. О. Мы чуть не забыли надеть кап. Это страх. Капу? Да. Страх, потому что страх боится то, что чтобы с Райли ничего уж не случилось. Чтобы зубы не выпали. Угу. Это страх. Ну, и Лера вообще так разбирается, молодец. Мы чуть не забыли надеть кап. Я не гневная. Грусть. Грусть или тревожность? Ну, а кто еще у нас девочки? Грусть или тревожность, или брезгливость. Но брезгливость нет. Райли? Это сама Райли! А, это сама Райли. Я не А, да, она. Каждый занят своим делом. Мое дело смотреть в будущее. Тревожность. Это тревожность, потому что она смотрит в будущее. Да, и переживает за будущее Райли больше всех. Да. Тревожится. Вообще. Говорит, я могу прочитать, что будет в ней в 90 лет, как она поступит в колледж. Каждый занят своим делом. Да. Мое дело смотреть в будущее. Ого, какие-то хамы. Наверное, работник кому-то. Да, работник. Потому что когда они говорили про, короче, через речку с ним, это была речка сарказма. Поэтому он такой, типа, вообще. Угадали! Да. Молодцы, мы с тобой. Да. Ну, я больше всех. Какие-то хамы. Какие они крутые. Это точно зависть. Потому что она сказала, какие они крутые. Такой тоненький голосок был только у зависти. Она самая маленькая. Да. Эмоция. Энви. Держи. Какие они крутые. Стой, а в каком смысле мы? Подожди, женский голос. Брезгливость? Или грусть, или брезгливость, наверное, Лера. Да, или блин, грусть. Блин, это сложно. Брезгливость. Да. Фу, хоть. Стой, а в каком смысле мы? Ну, по-вашему, это типа скука. Скука. Депрессия. Хандра. Да, по центру, не внизу. Фиолетовая. С носом. Которая вечно в телефоне сидит. Ребята, не сидите долго в телефоне, будете вот такие вот с носом. С носом. И с кривой головой. Ну, по-вашему, это типа скука. А как тебя зовут? Грусть.
Ну да, такой голос грустный, только в грусти. Потому что... это единственный женский остался. Да. Потому что грусть так говорила со стыдом. А как тебя зовут? Лера даже угадала сцену. Что это было? Блин, я прослушал. Это похоже на слона Бинг-Бонг. Стыд. А я думаю слон. А я думаю стыд. А я думаю слон. Я думаю стыд. Слон. Стыд. Блин. Лера. Хотел отвлечь тебя. Можно я скажу? Это слон. Да ты шо? Нет, это... Ну, последний остался. Лера, я 100% прав. Я угадаю... Это ее подсознание с тобой говорит. Тут такого нету, не выдумывай. А я надеялась. Нет, да. Бинго-бонго. Я, смотрите, птичка. Найдите лишнее, давайте. Опа! Третий ряд по центру. Да, третий ряд по центру, у него нет огонечка. Пламени нету на голове. Я ищу тапки. Сейчас снова. Я смотрю на тапки. Так, тут у нас у страха что-то, наверное, с носом. Нет, в последнем, третьем, с последнего ряда у нее нет бровей. И чупчика. И носа, кстати. Ой, волос нету. Да, волос нету. Ну, это легко, у нее волосы слишком большие. Слишком пушистые, легко угадать. Ага. Второй ряд, предпоследний. Ну, как бы легко найти пустое место на всем картинке. А, без облачка. Облачка нету. Без облачка, центральная. Центральная в четвертом ряду, слева. Это грусть, она... Она грустит и плачет, как обычно. Ой, а там грусть не сидит, да, на... Да, там грусть не сидит на студе. Да. Это пока легко. Самый нижний ряд, шестой слева. Ага, ты посчитал? Да. Молодец. Я все это время считал, Лера. Да. Ого. Вон, это... четвертый ряд справа, у нее нет волос. Да, у нее какие-то волосы, они такие блестящие, как остальные. А, или нет, вообще просто нет. А их просто нет? Просто нет. Ой, а там волос у этого там нету. Там волос вообще нет у зависти. Но забыли как бы... нарисовать. Блин. Не, ну это просто, Лера. Да, ну так... Тебе верхнее за волосы, это легко. Ну так смешно выглядит. Посмотрите на нее. Угадай персонажа по эмоции. По эмоции. Радость. Это радость. Даже я знаю. Ну, конечно, ты знаешь, а кто не знает. Ну, радость, прям нарисована девочка, счастливая. Прям такая же, как радость. Прям радостью нарисована, Лера. Угу. Это злость. Гнев. Да. Никого такого больше нету красного и злого, как гнев. Ага. Только один гнев. Такие эмоджи вообще. Так, давайте, кто следующий? Это... Страх. Страх. Может, не страх? Страх или тревога? Или тревога, или страх, или тревога. Давай страх. Давай страх. Ну ты давай тревога, я страх. Это стыд вообще. Лера, мы с тобой не угадали. Грусть. Это грусть. Все. Меня можно выписывать, я не знаю вообще ничего по головоломку 2. Слушай, мне кажется, надо было смайлики делать цвета эмоций. Точно. Это зависть, Лера. Черт. Мы не угадали опять. Лера, мы проигрываем. Страх. Пожалуйста. Пожалуйста, страх. Пожалуйста, страх. Мы очень просим, нам стыдно. Ура! Мы угадали. Хоть что-то. Брезгливость. Да, это, наверное, она. Хотя, стой. Не, да. А если это хандра? А может, кстати, и хандра. Ё-моё. Это грусть. Грусть. Если это не грусть, то я себя убью тапком. А я не, у меня нет тапка, поэтому нет. Лера, сколько мы раз ошиблись? Уже 3, да? Ребята, напишите, сколько раз мы угадали, сколько раз 5. Ошиблись. Это тревожность. Да, наверное, тревожность. Надеюсь. Потому что всего 2 осталось. Да. Не перепутать нельзя. Вот нельзя сейчас перепутать. Тревожность. Спасибо. Да, это она. И сейчас брезгливость. Вот. Да? Не, ну надо было с этого начинать. Вот это очень красивые фонданы. Фу. Прям сразу понятно, фу. Кто это. Я бы не ошибся. Я бы тоже, но это фу, пожалуйста, не надо. Все, ура, мы всех удалили. Найди лишнее. А в другую сторону одна повернута. Да, в другую сторону одна повернута. Четвертый ряд справа. Да. Давайте следующее. Угадали! Ура! Молодцы! Радость повернута в другую сторону. У слона. О май гад. Нету хобота? Нет, да, волос. Нету хобота. Во втором ряду справа. Во втором ряду. Да, второй справа. Второй справа. Тут, вон, во втором ряду слева. Она грусть повернута в другую сторону.
Да, точно! Ребята, кто успевает угадывать вместе с нами? Так, кто следующий? Всем спасибо за просмотр. Давайте смотреть следующую историю. Да, давайте смотреть сейчас будет классную историю. Мы будем смотреть историю про кого же, интересно. Давайте посмотрим. Это Кэтнэп! Он учится в школе! Прозвенел звонок на урок. Это его эмоции в его голове! Ребята, у него в голове живет головоломка! Да, гнев такой. Надо начинать день с гнева! Ого! Он сейчас разозлится на Дуг Дэя! Это же его друг лучший! Ты такой смешной, не подходи ко мне, я тебе что говорил, посмотри на мой палец, видишь? Ты вообще на урок опаздываешь, нас учительница накажет. Вот именно. Чё ты на меня кричишь, я же твой лучший друг. Грусть. Давай. Нажимай, нажми. Всё. И он сейчас загрустит. Да, ты подошла сюда. Чтобы ты не испортил Дог Дэя Кэтнэпу день. Блин, я сломал. Я так сожалел, что наорал на собаку. Да, это грустно. А ну иди сюда. Ого, учительница пришла. Иди на урок, что ты тут стоишь, плачешь. Кэтнэп, ты опаздываешь на урок, иди быстро. Кэтнэп, ты же у меня сейчас на уроке. Нам нужно какую-то реакцию делать, надо что-то делать. Прости меня, пожалуйста, я уметусь отсюда быстренько. Все, просто пока. Сделаю страх и убегу. Не знаю, такая, чё? Что за нафиг? Слушай, хочешь яблочко? Да, давай, мы же любим яблочко, они такие вкусные, полезные, а давай. Попробуем, о, вкусное, свежее яблочко. Фу! Фу, Лера, оно с червяками! Брезгливость, нафиг. Это даже хуже брокколи, все смеются. Да. Наконец-то учительница пришла к концу урока. Так, все, дети, сейчас будем... Сейчас будем писать пятиминутную контрольную. О, нет! Я аж со стула упала. Вообще... Пятиминутная контроля, ребят. Время бояться и тревожиться. Да. У них. А если я провалюсь. Я тупой! А если я не смогу пройти в Гарвард, в Оксфорд, вообще никуда. Я вообще ничего не смогу. Фу, все получится. У меня... Я успокоился. Я готовился, нифига не готовился. Я точно все смогу. Давай, верь в себя. Итак, вам дается полчаса. Вам дается 5 минут. Я сделал! Стоп! Что? Ты уже закончил? Да, давай, ты втиснулся. Я проверяйте! Ой, ты такой красивый, вообще. Ой, вообще. А кто, интересно, сейчас? Стыд, наверное. Да, стыд пришел. Все такие, о, господи, давай, стыд быстрее. Надо что-то делать. Да, успокойся. Пожалуйста, нам нужно быстрее что-нибудь сделать. А вдруг мы не пройдем тест? Да нормально, посмотри. Это его сознание. Он думает, что он хороший человек, и он все сможет. Ты знаешь, сколько плохих вещей может его настигнуть? Тревожность не отламывай! Зачем? Она уничтожила сознание Кэтнэпа. Да, он же теперь не будет думать, что он хороший. Ну теперь будет думать, что он глупый. Теперь будет думать, она сейчас еще к пульту подойдет и будет тут бегать, как сумасшедший от запера. Все кнопочки нажимай. Конечно. Всегда. Вау. Тревожность, может... Ой, мне что-то очень плохо. Ну что-то в голове происходит, я схожу с ума. А если я не пройду? А если все на меня поржут? А если сломается зеркало? Я еще и страшный к тому же, еще у меня живот болит. Кэтнэп, у тебя все норм. Кэтнэп, успокойся, это не так сильно. Мне плохо, у меня паническая атака. О, господи, мамочки, что это за мини-торнадо? Нужно менять сознание. Быстрее, отрывайте его. Да полейте его, может, оно вырастет. Нет, наоборот, не надо, чтобы оно вырастало. Тревожность, прекрати всякую фигню делать. Дай сюда свою лапку, убери с кнопочки, пожалуйста. Да, не нам решать, как Кэтнэп хочет провести свою жизнь. А кому решать? Эмоциям, самому. Наверное, решать. Нет, ему самому. Ладно, все, пошли тревожность. Уходим. Что же я наделала? Ничего, мы все исправим. Сейчас нажму волшебную кнопочку, и у Кэтнэпа в животике будет сразу хорошо. Ага. Фу, я дышу. Намного все лучше. Ты получил 5 с плюсом. Молодец! Ура! А я не писала контрольную. Ой. Дай поцелуй. Оу. Да. Дог Дэй такой, класс, ребята. Я ждал этого. Прости меня, радость там это. Спасибо, что все опять починила. Очень спасибо. А что это такое? Это Пу! Это, короче, улыбающихся тварей подарили Пу! Или он нашелся бездомный, он хочет кушать. Хочет. А я сейчас буду за ним ухаживать. Ребят, холодильник пустой-то. У нас же нету холодильника, ребят, вы что, забыли? Как нет холодильника? Надо купить. Я пойду его покормлю, когда все заснули под покровом ночи. Дог Дэй говорит... Не хочу колбасу, хочу мясо. Я хочу курицу. Курицу, пожалуйста. Ну, пирожное, курицы нет. Хочу курицу. Ну, пожалуйста, хочу Дог Дэя съесть. Вау! Лера, какаха съела собаку. Может, не надо? Посмотри на лицо кошки. Я хочу играться.
А чё ты такой большой? Где Дуг Дэй? А его больше станет. Так, Дуг Дэй я не видел, не, он не приходил. Пожалуйста. А ты такой душка, пойдем играть. Она влюбилась в него? Нет, она просто не его посмотрела. Когда такой, что нафиг происходит? Я потеряю свою девушку. Осторожно, убийца. Убийца? Убийца? Это же Пол! О, господи. Быстрее, беги, Кэтнэп, пожалуйста. Он же может убить мою девушку. И Дуг Дэй, наверное, тоже он съел. Да. А почему девушка его выглядит как Дуг Дэй и Кэтнэп смешаны? Вау, он надышал. Сейчас какаха заснет. Это Килли, нам нужно достать оттуда Дуг Дэй. Как мы это сделаем? Я не знаю. Давай своим... О, хвостом. Ого, какой у него хвост. Дуг Дэй. Все, Дуг Дэй, мы тебя достали. Давайте, быстрее уходите отсюда. Пока он спит. Ой, маленький. Не кормите его больше. Посадите в коробку и унесите обратно. Простите меня, пожалуйста. Да, пожалуйста, посадите. Да, да, спасибо. Выпихните нафиг все это слайм. Это следующая история. Пожалуйста, не убивай меня. Мы с тобой были друзьями, приятелями. Ребята, это Пу гонится за плеером. Поиграй со мной. Ну давай просто поиграем с тобой. Ну пожалуйста, давай. Ну пойдем есть. А, есть, а пойдем. Я ж думал, мы... Он бензин с собой носит, Лера, это опасно. Вообще. А сейчас Паулина придет. Лера, зачем ему холодильник упустили? А, потому что он, видать, теперь за нами заботится. А нам пока нужно собрать машину. Что ты делаешь? Драндулет собираю, поиграй. Хочешь поиграть? Давай, поиграем, весело. Надо ставить быстрее. Что ты там с машиной делаешь? Я чиню, хочу покататься. Я покатать. Нет, давай это покупаемся, пойдем, типа, знаешь, быстрее шину брать. Так, все. Он должен собрать все предметы для автомобиля, да, Лера. Чтобы он запустился. Он! Убей его! Он тебя убьет первым. Убей его раньше. Это какашка-предсказатель. Да. Это же его мама. А, сказала. Точно. Я думал, это одна из девяти какашек, которую с мы с кем ты говоришь там? Да я не с кем. Подожди, почему нас моют? Мы же должны мыть. Тебе я хочу играться. Пошли в футбол играть. О, господи. Как весело. Ой, зачем ты... Ха-ха. Колесо, ставь и машина, уезжай! Машина, прекрати с ним играться! Хватит играться! А, я, да, хочешь поиграть, смотри! Вау, как мячик прикольно отрикошетил! Давай, надо пойти поиграть. А пиццериста будет кушать? Плеер, быстрее, пожалуйста, он идет, давай, давай, он наигрался, плеер! Колесо не прикручивается! Все, прикрутилось, все! Бай-бай, один. Уезжаем! Стой, подожди! Сбивай его! Нет, пожалуйста, не бросай меня! Ты хотел меня съесть, я знаю, мне какаха сказала! Все. Он уезжает от Боу. Блин, пожалуйста, не уходи от меня. Пожалуйста, выслушай меня. Может быть, Боу не хочет зла? Может быть, Боу хочет с ним подружиться? Точно, или съесть его? Какашка. Да, давайте. Какашка. Слушай, а какашка случайно не заманивает к паучихе? Без понятия. Заходи быстрее сюда. Пожалуйста, не уезжай. Я хочу просто с тобой дружить. Я буду помнить тебя, но тебя сейчас будет хана. Ты такой милый. А ну иди сюда. Нет, стой, куда ты моего друга забрала? Вау! А, привет, сыночек, это там. Ты убил моего единственного друга. Да. Готовь блинчики, сынок. Да, готовь блинчики, помогай мне. Кто-то злая. Она его хочет убить? Нет! Вау! Спасай своего Боу, друга! Боу, просыпайся, давай, вставай! Быстрее! Это Боу или Пум? Боу. Нет, не надо, я ж тебя пытался предупредить. Кусай за руку. Да, за руку. А, он себя подставил. Да. О, нет. Нет. А мама такая, ну, один человек убил, ну, а другой нет. Слушай, мама злая такая, она специально заманила их на кухню, чтобы они тесто намесили. Ага. Пожалуйста, позаботься о моих детях. Там маленький Пауэр Паулина. Блин, это так грустно. Какая грустная история. И все, и так вот мы теряем Бога. И умер? Да. Может, его можно спасти? Нет, его нельзя. Делай искусственное дыхание, массаж сердца. Скорую звони. Вызывайте кого-то. Это его дети. Это из-за тебя наш папа умер. Ну, теперь ты я ничего не папа. Мог сделать. А, короче, он теперь будет папа. Да, теперь он им будет отец. А это тоже головоломка эмоций, что? Они это... что, там аккумулятор подзаряжают? Они делают... Это какой-то... Пожар? Да. А кто это задумал? Это был этот страшный секрет. Серьезно? Самый секрет. Да, страшный это было... секрет Райлер вздумал спалить все эмоции? Это было короткое замыкание. Ого! Зачем он это сделал, Лера? Без понятия. Давайте быстрее. Маленькую зависть спасайте. Ребята, спасайтесь! Быстрее! Обрушивается все нафиг. У тебя есть... Я тебя затушу огнетушителем. О, класс.
и затушила все, что было, все огни. Уходите быстрее отсюда. Давайте, грусть, страх. Чуть-чуть пугайтесь. Давайте быстрее, вам некуда бежать. Будем плакать. Короче, пойдем в депрессию и будем орать. Ну, что еще делать? Нужно бегать в кругу. Мы все умрем. По кругу кричать, а грусть и страх, это как бы плохая команда. Посмотри, она ломает стекло и попалится. Я тебя держу на ножке. Слушай, короче, может страх и грусть будут вместе? Может быть, они полюбили друг друга? Мы вас держим. Маленькая зависть всех спасла, видели? Ура. Что же нам делать? Я не знаю. Хороший вопрос, давайте быстрее. Это... Ау! Призглилась! Тревога! Тревога! О, тревога! Мы ее нашли! Блин, на нее сейчас упадет этот камень! Рядом! Ее нужно срочно спасти! Срочно достать! Быстрее! Она же не сможет потом выбраться! Кто же может вернуть все на пульте, как было? Пожалуйста, кто-нибудь, спасите ее! А где гнев? А где брезгливость? Где они все? Достала! Проламывайте! Я же засосала туда. Она сейчас упадет в старые воспоминания, наверное. Это или... какой-то разлом. Что это за засасывание пылесоса? Нет! Это землетрясение! Тревожно! Вы опоздали все, ребята! Стас, интересно, куда она попадет? Смотри, она цепляется, что-то держится! Кто-то забыл болт выкрутить в трубе! Да. Кто там? Там следом кто-то летит? А, нет! Там все взрывается! О, нет, нет. И все ее друзья, эмоции гибнут! Она представляет то, что если она сейчас не полетит, то ее сожгут. Лети, лучше иди, пожалуйста. Бросай руку, лети вниз. Бросай, лети вниз, может ты там хоть есть хоть что-то. Ты сгоришь, как все твои друзья. Пожалуйста. А что же случилось со всеми остальными эмоциями? Без понятия. Что? Ого. Вау. Торнадо. Она что, так тоже умеет? Она умеет посылать торнадо? Она запустила огонь назад. Нет, смотри, все живые. Да, она забыла. Ой, радость. Стой, ты куда? Ой, грусть еще больше. Грусть, слушай, наплакай нам целое цунами, пожалуйста. И просто потуши все. Они упали в ее почему веры. А где все остальные? Почему все остальные не упали? Тревожность, тревожность. Ты живая, тревожность. Я на тебя поплачу слезами радости. Да. Вот он секрет пришел. Вот что ты так все поломал? Положи, это все ты был. Ну да, и что, и я. Я вас всех сейчас отдубасю, потому что я самый главный секрет. И секрет Райли, это секрет всех. Нет! Не трогай тревожность, радость мне не нужна. Ты не можешь ничего делать. Мой секрет самый страшный. Кусай его! Кусай, кусай. Тревожность, просыпайся. Быстрее, воскресайтесь кто-нибудь, ну помогите радости же. Пожалуйста, о, ура, ура. Вау. У нее же самый лучший этот. Это был комбо. Все, они теперь мне. О, у один на лифте приехали. Там, оказывается, лифт работал, Лера. Да. Ребята, если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое прикольное видео. И увидимся в следующем видео. Пока!